Добрый день. Вашему вниманию представляем устройство, микшерный пульт с микрофонами SkyDisc UM200. Вот его комплектация. Само устройство и два микрофона радио. Инструкция, комплект батареек для микрофонов, провода для соединения с колонками, либо с источником сигнала. 2 РЦА на 2 РЦА или 2 РЦА на 1 мини-джек 3,5. Также имеется блок питания с проводом. Представляем устройство SkyDisc UM200. Это микшерный пульт с возможностью подключения по Bluetooth и с двумя беспроводными микрофонами. Сейчас покажем его основную функцию применения, например, дома. Вы можете подключиться к нему по Bluetooth с любого мобильного устройства, либо, как в нашем случае, мы подключаемся с ТВ-приставки. Подключается он легко, заходим в настройки, находим его в Bluetooth. У нас он уже подключен здесь, это BT36 называется. И давайте продемонстрируем, как это будет работать при подключении к акустике в данном случае и к приставке, выбрав нужный вам караоке-ролик в удобной соцсети. Раз, два, три, четыре, пять, 37 и 8, 9. Как вы видите, сигнал с устройства звуковой передается по Bluetooth. Здесь он смешивается с звуковым сигналом, идущим от радиомикрофона, и все вместе подается на колонке. Это устройство имеет возможность подстройки за счет своих настроек громкости и звучания микрофона с громкостью и звучанием общего сигнала.